АКР без скина! АКР Хантер Сатерек. Мы можем сейчас реально, ребят, купить АКР ТХ, потому что мы будем покупать случайный калаш, а калаши у нас в игре дорогие. А я уже вижу эти цены! Сегодня в ролике я буду покупать скины, из которых меня убьют, но все скины я буду отдавать. Здорово. Я приехал к нему домой, ребята, в его город, поэтому поставьте за это лайк. Но микроспойлер я записываю приезд чуть позже. Я сегодня очень сильно разорился. Вы сами увидите это в ролике, поэтому заранее влепите лайк, подпишитесь на канал, до миллиона осталось не так много, поэтому подписочку оформите. Ребята, приятного просмотра, приятного аппетита. Ну и погнали уже к ролику. Это какое-то разорение. Ладно, погнали в катку. Так, ребята, вот мы в каточке. Сегодня я приехал домой к Ерлану. Вообще в другую страну. И сегодня я покупаю тебе скины Ерланчик, с которых меня убьют. Я играю. С компьютера Ерлана на аккаунте Ерлана. Ты можешь за калаш скинуть соперника? Нет, ты рофлишь? Капец, Ер, у тебя тачки Хармони. Да. Я чувствую, ребят, я сегодня разорюсь, поэтому поставьте лайк и подпишитесь вообще на канал. Слушай, я на пистолетке обычно беру P350. Эх, что за P350? Что за Radiation статрек? Танчик, ну как тебе скинчик? Нормальный? Такой, знаешь, заряженный, только если... Его. Если меня с него убьют, это будет разочарование полное в жизни. Тап в голову, давай, мага. Ой, да. Ой, хорошо? Хорошо? Плохо? Мне тяжело играть на твоем управлении. И уходишь, когда надо подорвать. Ай-яй-яй, спину убили с Юспа! Юспик Рэй. Так, ребята, меня только что убили с Юспика. Юспик Рэй, но мы не будем покупать Юспик Рэй, мы будем покупать случайно Юспик. Слушай, ну такие, знаешь, ты похож у них на какого-то доктора-психа. Мне, короче, бабушка сказала, я вот на автовокзале покупал, она сказала, что это модно. Поцелуемся? Давай. Эй, я пошутил, реально, все. Так, 4, 8, 12, 16, 19. Ерланчик, называй случайное число от 1 до 19, я покупаю тебе этот юз. Называй. 2. Скажи хотя бы 3, я не знаю. Покупай 3. Реально 2? Да. Окей. А, ладно, покупаем Юспик миллион, сейчас у нас прогрузится. Все, покупаем Юспик и летим в каточку. А слово прочитать его не хочу. Ой, капец, Ерланчик. Ладно, хорошо, что в прошлом раунде меня убили. Давай, салбот играть с Зиглом. О, давай, Зиглом, только надеюсь мне... Давай. А что у тебя Дигл такой? Нормальный Дигл, смотри, 4 Дигл. Что такой дешевый? Что такой Дигл дешевый? Каким нафиг диплом, слышь ты? Эй, не мешай играть, я скины покупаю. Тогда мешаем честь такого? Не мешай. Давай, играй. Я покупаю. Давай. Не мешай. Опа, дигл пропал. Не мешай, у меня лагает блустакс. Блустакс? Давай. Не мешай, пожалуйста, мага. Давай. Мне нужно, ты понимаешь, я сегодня могу очень сильно разориться, если ты мешаешь. Давай, мага, мешай. Не мешай, мага. Опа. Что ты делаешь? Все, могу уйти отсюда. А, нет, тогда покупаем, ребят, случайно. Но вы за это поставьте обязательно лайк, потому что я сейчас могу разориться. Так, сколько у нас по 350? 4, 8, 12, 16, 20, 22. Окей. Сири, случайное число от 1 до 22. Ответ 2. Ты что сговорилась с Ерой? 2. Окей, 2, и это... О, 4 years. Ну, в принципе, за 30 голды... Че, 30 голды? Ну мне пока что все нравится, потратил 30 голды. Ладно, летим в каточку, он чуть попозже купится, потому что рынок лагает. А, у тебя Digital Burst трек. Можешь его скинуть? Нет, я сейчас буду пытаться сделать все, чтобы не умереть. Давайте, ну, не будете вы мне мешать играть, я просто буду скиллу показывать. А может, компьютер ему отключить? Нет. Вам еще скину нужно купить. Ну, кстати, да, Ерлан, это в твоих интересах не выключать компьютер. Но мышку можно. Не, мышку не надо. Как я тебе без мышки скины куплю? На ножик. А, ты мышку отключил! Что ты наделал? Тупоголовый! Так, Ерланчик, меня сейчас убили с М4А1. С М4А1? О, ну что? Давай случайный. Да, давай случайную М-ку. Сколько ты? Ты знаешь сколько? У нас 14. 14, окей. Называй случайное число. Кроме двойки. 1. Кому я доверил это слово? 1. Что? Найс, 900, хотя бы так. Чё ты наделал?
Ладно, покупаем эмку за 900 голды. О, она сейчас, а что, 976 уже. Ладно, все, вот давай я его выкину, и ты не будешь мне мешать. Ну, договорились? Выбрось. Все, не будешь мешать. Я тут буду следить, чтобы ты его не подобрал. Нет, ты не будешь мне мешать, да? Возьми что-то другое. Ну ты не будешь мешать. Договорились? Да, если ты подберешь его, я буду мешать. Так, все, где мой глок? Все, видишь, сейчас глоком. Ну да, я вижу, вижу, давай. Ну, только не мешай, пожалуйста. Да, что у нас? Чел. А, пропал. Какие-то это из Гарри Поттера фокусы. Сбой в матрице. А, это Time 40, да, ирландчик из твоего видосика? Маг еще наклеим. Ты можешь дроп дать, брат, пожалуйста. Дроп, 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 дроп. О, найс. Фейк 90. Кинули магу. Мага, ты должен его я наказать такой. Это... Все, отлично, отлично. Мага, да, мага не мешает больше мне играть. Это очень... Да блин! Меня с P90 убили, что за дичь? Так, Яр, меня сейчас убили с P90 Purple Mist. Оно стоит 21 голду. Походу, у нас сегодня весь видос будет случайные P90 и всякие другие случайные скинчики. Конечно, если меня убьют с дигла. Так, ну... О, а давай вместо него куплю случайный тру. 21. Окей, называй случайное число от 1 до 21. 21. Дай пожму руку. Ребята, наконец-то он освоил новое число. Я просто счастлив. Так, заходим на рынок. Найс, диглы, куда пролетел? А где Затарек? Тоже пролетел. Ред Драгон, Ред Драгон. Ладно, покупаем дигл за 6 голды. Повезло на самом деле, и летим в карточку. Погнали. А зачем ты купил этот коллаж? Потому что он красивый. Что он купил? Он купил. Я с калашом, я с калашом. И свой брат, я с калашом. Дай мне на дигл один повез. Давай тихо, не говори такие шутки. А то мне опять помешают играть. Нет, он справа. Стой, я его справа слышу. Чё? О, у них вообще скинов нет, да? М16 без скина? Это случайный нож. Это случайная М16. Ой, ирландчик, меня убили с эмки без скина, что-то в этой катке какие-то. Стой, погоди, а давай посмотрим. Да, какое у тебя звание? А, у тебя гол 4, я запустился на твоих званиях, а на твоих званиях третьим играть нубики с скинов, найс. Залутаем, хотя сейчас случайно может выпасть. Так, хорошо, Ер, случайное число от 1 до 15. 14. Что-то ты меня сегодня поражаешь. Так, М16 Dreamhunting. А, я блин, а чего нету? А, Iron Wolf Attack. Это получается вот это, да? О-о-о! За 600 голды! Носик, носик. Ладно, покупаем за 600 голды. Хотя я, конечно, ожидал, что будет что-то подешевле. Но если вы тоже хотите себе скинчиков в инвентарь, то тогда вам нужно на GG-шку. Ведь там сейчас вышла крутая обнова в стиле киберпанк и добавили новые кейсы. Выноси урон GG-трону и получай за это голдишку. Это очень просто. А мой промокод даст тебе бесплатный кейс, приятный бонус к пополнению и бесплатный прокрут барабана. Он у вас на экране и еще информация в закрепленном комментарии. И не забывай, что при пополнении ты получаешь кредиты, которые ты сразу же можешь обменять на какой-то бесплатный скинчик. Это очень приятная халява. Короче, залетай на GG-шку. А мы погнали к видосику. Кстати, Яр, ты можешь вот это прочитать? Да, не гей. Не, прочитай реально, вот просто прочитай. Им гей. Чё? Это читается I'm gay. Ой, не то произнес. Осуждаю. Блин, у меня 5 киллов, Яр. Ой, 5 смертей. Мне тяжело играть на твоем компьютере. А я сейчас с него тащу, убиваю и выиграю турниры мои. Как ты играешь вообще, кстати, так реально? Брат, этот пинг. А, это хаешка. Что, удобно тебе играется? Ну вообще нет. Ну мышка неудобна. Ну вообще, эта мышка только единственное, что удобно. Кейфлешки, мэнчик. Но, первый килл, найсик, ребята, пошла скиллуха. Как говорится, скилл не пропьешь. Только джента можно пропить. Щелту где-то. Найсик! Найсик, ребята, лайкосик за такой килл. Так что у него было? М16, найс. Пока что, ребята, камбэк идет, потому что я всего лишь 2 килла сделал. Надо сейчас челлендж выйти на первое место. Тебя позвали с первым киллом. О, найс. Ну мне мешали просто вы двое. Так, заходим, ребята, заходим с М16. Дань. А, чел. Что он делал? Пошла скиллуха. Что он делал? Я не знаю, стену. Откуда? Он под тобой стреляет, он стрелял походу тут. Что? Пуля от дедули! М4. Опять без скина, кстати! Тайгер Сатрек! Она без скина!
Так, меня сейчас убили с М-ки без скина. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Все М-ки без скина? Давай вот эти две М-ки без скина. О, давай. Ну и давай эту еще. Давай, давай. Окей, сейчас тогда мы посчитаем, сколько их. 54. 54! Давай. Хорошо, Яр, ну вот сейчас назови нормальное число от 1 до 54. Пожалуйста, Яр, не подведи. Случайное число от 1 до 54. Ответ 53. Что? Да почему? Это предпоследнее. Блин. Окей, ладно, на рынок. За 60 тысяч голды пролетело. Обычно. Тоже пролетело? Так, это у нас... О, еще пролетело. А что там вообще? А, МК Самурай, Аркана. А, почему не 50? В принципе, норм, ребят, Арканочку ему на аккаунт покупаем. Она должна будет купиться, если что, мы потом еще... А, все. Арканочку. Влилось. Все, погнали в каточку. Погнали. Блин, ребят, на самом деле у Ирлана так тяжело играть на компе. Йор, ты не хочешь себе комп помощнее купить? Я думаю, монитор себе купить нормальный. Надо бы, а то я тащить не могу. Вот чисто, чтобы я мог тащить, Яр, надо. Как-то тут на столе срач, смотрите, справа там игрушка одна стоит, какая-то странная, чуть-чуть черная. Нет, видишь, вот так. Зачем Елану вот такой вот яблоко? Это мага ел его и выкинул тут. Ты реально это трогал? Теперь ты заражен. Стой, надо затащить, надо тащить. Ты станешь магой? Показываем. Нет! Я отвлекся на это яблоко, что я творю? Ой. Это случайно квест у нас? Да, дешевые скины мы не будем покупать, только дорогие. Может, устроим битву кейсиков? А, давай. Как старый добрый, только уже давай. В жизни. Давай, на нубасика. Так, я фейбл кейс, а ты какой? Я скорпион, давай. Чисто удаленный кейс, а скорпион. Окей, давай вот сейчас тот, кто проиграет, тот реально нубасик. Давай. Окей, тогда открывай первый. Ребят, надеюсь, я не останусь нубасиком. О, пожалуйста, Аркана. Отлично, юз пись, yes. А я тебя ударю, если тебе будет. А? А я тебя ударю. Не надо. Не. Сатарек. Обычный. Ничья. А что тут хорошо? Так. 37, блин, а. А юзп? Нет! А, ну мне 5-7 выпал, Ну, прошлая половина, это чисто была разминочка, как бы. Сейчас показываем скиллуху. А хотя, смотри, они все думают, что этот... Что это я так плохо играю, а на самом деле я же своего аккаунта, я напишу даже. О, чел. Его убил не ты. Ну я ему бы вон тапчик прописал. Где они? Давай, я верю. Нет, P350 нано! Ерлан, меня только что убили с P350 нано. Так сколько он у нас стоит? P350 стоит 28 копеек. Нет, это тогда случайно. Так, 4, 8, 12. А давай ты мне сейчас сам скажешь случайно. 16, 20, 22, окей. Хорошо, случайное число до 22. Давайте это будет число 5. О, слушай, давай так, давай это будет число 7, потому что дигл стоит 700 голды. Окей, давай, число 7, заходим на рынок. Не, не ходи, блин, 2000 голды. Ты рофлишь. Найсик. О, кстати, смотри, я его купил, он сразу подорожал. Найсик. Ну ладно, Ирлан, поздравляю тебя с P350. Погнали в каточку, я разорен немножко. Ладно, Ирланчик, что-то я не знаю, у меня на твоем компе вообще играть не получается. Сейчас дверь закрыта, мага срал. Кстати, ребят, это мы не рофлим, реально, такая вонь в комнате стоит, просто жесть. Тратим его граффити. Куда? Просто все граффити. Ты что делаешь? Да пофиг. Не надо. А тебя сейчас все равно убьют. Меня не убьют. Нет! АКР без скина! АКР Treasure Hunter Star-трек. Это может быть реально сейчас Treasure Hunter Star-трек. Да. Ирлан, меня сейчас убили с калаша. Без скина. Ты знаешь, что это значит? АКРТХ. Мы можем сейчас реально, ребят, купить АКРТХ, потому что мы будем покупать случайный калаш, а калаши у нас в игре дорогие. Я уже вижу эти цены! Два. Я. А сколько всего их? А ты посчитай. Так, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Давай число 2, потому что дигл топ. Да, вот ради этого заходим. Что с Кула? Вика продала, Вика. Спасибо за калашик и летим в каточку. Яр, это моя самая нубская катка за всю историю каток на моем канале. Я сделал 5 кило. Ну, дефолт. Нет! У меня на своем аккаунте элита. Самое сложное управление, которое у тебя было.
Это 6, Ер, как играть на этом? Капец, Иранчик, меня опять убили с калаша без скина, походу опять всё, буду калаш это покупать. Это значит, надо купить какая-то хасатарей. А, ладно, сейчас я сам число назову, потому что давай. Ты какие-то... До 25. Да, до 25. Давай, это будет число 1. Давай. И там у нас... Что? Что же это бёрст? Ты попал на голову. Подешевел. Эй, куда Нас... дешевле-то? Нас... Чуть-чуть сэкономил, но все равно разорился чуть-чуть. Я тебе серьезно говорю, у тебя что-то не так с компом. Ты мне купишь новый комп? Нет, я тебе куплю новый. Все, вот сейчас надо комбэчить, согласен? Давай. Да не, я просто нубасик, возможно. Коврик плохой, клава плохая. Да непривычно просто, непривычно играть. А, у тебя еще вторая кнопка броска гранаты. Чё? Ну это пинг, нормально, ну это база, меня так всегда убивает нормально. Я уже привык. Ребят, я не знаю, я хочу уже вернуться домой и играть на нормальном компе. Какой еще пинг? 95 сил. Это же нормально. Покупать. А мог быть 120 пинг, так что пойдет. Ай, Лачик, меня убили с самого дешевого вообще скина на КР-12, а КР-12 Спринг. А, это значит, мы уже Риот купим с тобой. Это мы сейчас будем опять покупать случайно, так, 4, 8, 12. 16, 20, 24, 25. Окей, тогда покупаем. Так, давай, знаешь, кого будет наш число? Блин, я не знаю. Тихо, что вы делаете тут? О, мы как раз выбираем число, под которым скин будем покупать. О, ты назовешь? А какой скин, надеюсь, не Дигл? А КР-12. Чё ты нос-то прикрыл? А, ты воняешь. От одного до 25 магочек. Давай число 5. Число 5? О, Риот! Найс! Чё ты наделал? Надеюсь, это твоя голда тратится же, да? Моя голда тратится, да, моя! Тогда лайк за такое! Ай, ладно, Найс. Ребят, лайкосик поставьте и летим в каточку. Погнали. Даня, у меня для тебя подарок. Короче, мага этим натирал свою жопу. Давай, убери это! Дай вытереть чем-то лицо. А это, ребят, почему у тебя на столе туалетная бумага? Ну, вдруг я пролю чай. И ты будешь вытирать туалетной бумагой? Ну да, и потом вытереть. А мне кажется, что она тебе для того, чтобы жопу потирать, когда у тебя сгорать. Как можно играть на таком компе? Вообще, норм. А, ну да, тоже верно. Ладно, ребята, на этом ролик подходит к концу. Я просто не знаю. Ой, у нас сняли еще, чтобы вы понимали, 41 ММРа. Колд 1, Колд 3. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал сегодня. И скиньте мне денег на компьютер. Сегодня я разорился просто жесть. Всем пока-пока. Отвертки? То есть у тебя на столе отвертки, туалетная бумага. Очки, банка от Боржоми, банк от... Ладно, всем сахара, пока-пока. У меня даже сахарозаменитель и даже есть дезодорант.